Вот еще что за лифт? Чуть не хочу с ним. Он не работает, но вот этот работает, в общем, что-то, этот что-то. Отличку большой лифт. Второй, да? Этаж? Я не знаю. Не знаешь? Просто... Ну, просто здесь перекресток на первом этаже, я кинонариум. Значит, наверное, жалко, просто второй. Значит, сейчас тогда едем вверх. Кого вы слушаете? Сразу же. Вот и просто люди были в лифт. Как будто этот лифт. Интересно, он работает вообще? Не работает что-то. Вот и тут. Он уже уехал. Обратно уехал. Вот эти лифты 2008 года. О, смотрите, какая дверь розовая. Это просто люди вообще тут долго стоят. Что это за фирма вообще лифты? Я даже так и не понял. Просто тут люди стояли со мной. И они долго, то есть это. Может, так, ладно, давайте. Послушай. Вот там кто-то есть. Да нет никого, как будто. Не, он еще едет, как будто. Кто-то в лифте кто-то есть. Подожди, кого-то он приехал уже? Я слышу какие-то звуки. Не, показалось, наверное. Этот не работает, вот этот не работает.
я в итоге принесу. Я так и не поняла, что это за лифт вообще? Похоже на ПМЗшник. Если я что-то путаю, ребята, пишите в комментариях, что за лифт. Так, пиздец.